What is happiness for you? Доброго времени суток. Продолжаем снимать очень важные материалы о выращивании. Скорее всего, мицелия. О выращивании мицелия грибов вешенка, а также других мицелиях. И продолжение нашей темы важных материалов. Остановились мы на том, что мы рассказывали о браке. Не тот, что под Мендельсона, а браке, которые возникают в процессе работы и посева мицелия. И плавно мы сейчас перейдем, вот сразу я смотрю на флаконы, и вот сейчас мы перейдем очень важный материал. Очень важный материал. Такого материала вы не найдете нигде в интернете. В интернете вы такого не найдете. Итак, если здесь мы видим такой вот рост, мы уже четко понимаем, что на всех этих чашках Петри здесь растут бактерии. То есть не бактерии, а патогенные грибы. Там пенициллины вот эти серые, вот эти зеленые, это триходермы. Вот. Здесь мы видим белый чистый рост. Мы уже знаем, что они отличаются таким вот образом. Это понятно, что это растут культуры наших мицелиев, вешенки, которые мы сюда засеяли. Но есть одно большое но, которое сейчас порвет нас всех клочья. А вот оно. Вот оно. Итак, давайте внимательно, насколько нам позволит камера Samsung, которую я снимаю, посмотрим на вот эти вещи. Фокус эту стекляшку почему-то не хочет камера моя Samsung брать. А надо бы было. Почему это происходит? Она не хочет фокусировать, она прозрачная. Так, а ну. Что-то была попытка. Не знает, куда я навестись.